В администрации Калининского района впервые собрали координационный совет по проблемам квартала Полюстрова 36. За 3 месяца он должен выработать план действий. Полюстрова 36 на языке математики – это 18 тысяч жителей и 5 тысяч машин, помноженных на площадь в 400 квадратных метров. Ответ у такой задачки один – транспортный коллапс. Сложилась критическая ситуация в последнее время, то, что не могут проехать там мусоровозы, да, не могут проехать пожарные машины, скорая помощь. Сами жители встречаются, не могут разъехаться. Соответственно, на этой почве возникают конфликты. Конфликты – ключевое слово в жизни квартала. Территория поделена между муниципалами, 2 управляющими компаниями и 4 ТСЖ. Все общие проблемы решаются по принципу «лебедь, рак и щука». Скоординировать работу всех ведомств попробовали на первом заседании совета. Это у нас центральный въезд в квартал, то есть здесь у нас проезд для 2 машин. Его нужно так и оставить, но разделить встречные потоки. Также активисты предложили создать дополнительные выезды из кармана на Кондратьевский проспект, поставить знаки приоритета во дворах и ограничивающие столбики у тротуаров. Но теперь им при поддержке ТСЖ и управляющих компаний нужно доказать, что их идеи поддерживает большинство собственников. Администрация дала на это 3 месяца. Мы запланировали подготовить карту с нанесенными, так сказать, элементами благоустройства к 1 апреля следующего года. И самое главное теперь задача у жителей района самим договориться. Если к 1 апреля будущего года на очередном заседании координационного совета будет представлено 6 протоколов собраний, где большинство собственников одобряют карту, чиновники приступят к выполнению желаний жильцов.